Вокруг этой профессии до сих пор множество стереотипов и предрассудков. Выбирая лучшего сантехника Тюменской области, организаторы стремятся не только привлечь внимание к настоящим мастерам своего дела, но и задать вектор развития всего профессионального сообщества. Мы стараемся при каждом новом конкурсе внедрять применение современных материалов, технологий. Например, сегодня мы в части конкурсного задания используем сборку трубопроводов из современного материала полипропилен. Мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас идет повсеместное приборивание, и сейчас именно вот в последние два года очень активно выполняется именно работа, связанная с установкой узлов учета. Я спокойно, я свою работу знаю, так что я спокойно. Уверенность в своих знаниях и умениях – отличительная черта всех семи участников соревнований. За 50 минут они должны собрать водомерный узел. В помощь лишь чертеж и огромный выбор расходных материалов. Инструменты у каждого конкурсанта свои. Это профессиональный инструмент. Профессиональный. Это не любительский. Самому молодому участнику соревнований 26 лет. Вячеслав трудится в поселке Боровский Тюменского района. Несмотря на небольшой стаж, 5 лет, он настроен только на победу. Ну, я не ощутил, чтобы там много было каких-то опытных участников. Такие же, как я. Лучше я не почувствовал, что они могут что-то сделать, чем я. А то, что они старые и работают много лет, это не значит, что они лучше меня могут выступить в этом конкурсе. Опрессовка водомерного узла – финал практической части соревнований. Несмотря на серьезную конкуренцию, победителем стал Качуков Александр из Тюмени. Неотъемлемая часть подобных конкурсов – студенты. Среди них тоже выбирают лучшего по профессии. У всех понимание, что сантехника – это какая-то грязная работа. На самом деле это все по-другому. Там связано с вентиляцией, не с вентиляцией. Это как бы востребовано сейчас в обществе. И это будет всегда эта работа, потому что люди всегда будут нуждаться в тепле, в уюте. Желающих стать монтажником санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования, проще говоря, сантехником, растет год от года. В этом году конкурс «Тюменский профильный техникум» составил 4 человека на место. В прошлом году было вдвое меньше. Высокая востребованность на рынке труда – весомый стимул для молодежи. Здесь стабильно высокий спрос. У нас больше 100, около 100 вакансий или даже больше иногда бывает по данной профессии специальности. Это говорит о том, что и спрос такой стабильный. Это говорит о том, что профессия востребована и стабильно востребована на рынке труда. И специалисты нужны именно вот уже новой формации, нового уровня квалификации. Сегодня сантехник – это образованный, технически подготовленный и грамотный специалист. Выяснять, кто из них лучший в Уральском федеральном округе, будут в Челябинске. Именно там 20 ноября пройдет заключительный этап конкурса «Славим человека труда» в этой номинации. Владислав Соколов, Раф Аюпов, информационное агентство «Тюменская линия».